манеры. Эдриан. Итак, чем могу вам помочь? Черт, ты же обо всем знаешь. Пирамид Деливери стоит за всем этим, а ты стоишь за ними. Боже, Эдриан, чего ты пытаешься добиться? Я пытаюсь улучшить мир. С чего я и начал. Мое первое дело позволило мне подумать, что несправедливость можно уничтожить вместе с преступностью. Мнение о том, что преступники и были злом, было уничтожено на моем втором деле. Я расследовал исчезновение судьи в капюшоне в 50-е. По информации госисточников, оперативник пытался раскрыть его личность в те времена. Затем доложила неудача. Раскрыть самого оперативника было проще. Эдвард Блейк. Будучи нормальными людьми в безумные времена, мы были похожи, а потому сразу же возненавидели друг друга. Узнав меня, он все равно напал, как бы перепутав с преступником. Я увидел его силы, хитрые маневры, убойный апперкот, но больше ничего. Он победил, но только раз. Нашел ли Блейк судью, убил его и доложил о неудаче? Я ничего не могу доказать. Потом мы встретились в 60-м. Я игнорировал его, увлекшись Джоном. Но все эти годы я наблюдал за Блейком. Знаете что? Он был в Далласе с Никсоном в день убийства Кеннеди. Никто не знал, при чем тут вообще был Никсон. Видели речь, которую должен был произнести Кеннеди? «Мы, наша страна, наше поколение, не волею выбора, но волею судьбы, часовые на стенах свободного мира». Интересно, повторял ли он ее, подъезжая на машине к площади, не подозревая, что на стенах жестокого мира за ним следили через прицел? Тогда мы все осознали, как плохи дела. Я продолжил геройство, но это казалось бесполезным. Я боролся лишь с симптомами, не трогая саму болезнь. Я чувствовал себя беззащитным перед неожиданно мощными силами. Боясь воспротивиться своему беспокойству, я слушал, как комик объяснял черный юмор нашей жизни на провальном заседании преступноборцев. Он говорил о неизбежности ядерной войны, заявлял, что я стану самым умным на кучке золы. Он открыл мне глаза. Такое удается лишь самым лучшим комикам. Я помнил обугленную карту под моими пальцами, слова Нельсона. «Кто-то должен спасти наш мир». Тогда-то я и понял. Меня будто ударило.